За чемпионским кубком в Бердск приехали 5 команд. Шестая сборная – хозяева турнира. Уже на предварительном этапе футболисты из Машковского района и Черепаново свое выступление закончили, дважды уступив соперникам. Борьбу за выход в финал продолжили новосибирские СВА и Магистраль, Заря из Искитима и сборная Бердска. Спортивная школа Бердск развивает у нас отделение футбола. Порядка 600 ребят занимаются в группах разных возрастов. Плюс к этому у нас имеются общественные команды, которые также поддерживают этот прекрасный вид спорта. В городе Бердске я считаю, что футбол на очень хорошем, высоком уровне. Первый полуфинал на площадке сборная Бердска в красном и новосибирская магистраль. Распечатать ворота удалось лишь спустя 14 минут. Гол забил Михаил Макринский. Бердчане повели 1-0. К концу периода магистраль сравняла, но к концу встречи Бердск увеличил разрыв. Счет матча 4-1, бердчане в финале. Очень хорошая игра, очень хороший соперник. Это чемпион города Новосибирска по футзалу в этом году. Поэтому всегда игры интересные, интенсивные с городскими командами, потому что там собраны все лучшие футболисты. И на их фоне наши лучшие футболисты смотрятся даже очень хорошо. Поэтому ребят поздравляю. Вот, болельщики получили удовольствие огромное, поэтому все радостные лица, все улыбки. Ну, ради этого играем. Второй полуфинал проходил между новосибирским СВА, Союз ветеранов Афганистана, они в синем, и командой «Заря» из Искитима. Было заметно явное преимущество футболистов областного центра и в технике, и в скорости. Итоговый счет к концу игры 6-1 в пользу СВА. В матче за выход из группы эта команда уже обыгрывала Бердск, и настрой на финал соответствующий. Настроение надо только самые лучшие боевые выиграть в финал. Первый раз мы их выиграли, и второй раз тоже сможем выиграть. Однако с первых минут финального матча новосибирцы выступали в роли обороняющихся, огрызаясь редкими, хоть и красивыми контратаками. А первый результативный штурм ворот провели все же бердчане. За 4 минуты до конца периода на добивание отлично сработал Рафаэль Багдасарян. Победную точку поставил Валерий Полякин. Итоговый счет финальной встречи 5-0. Ну, это футбол, не хватает всегда немножко удачи. Сегодня Димка Акс хорошо сыграл в воротах у соперника. Все. Мяч-то в таких играх, точнее, игра идет в таких играх до первого пропущенного. Потом дальше это все. Дальше уже очень должно повезти, чтобы выиграть. Суперфинал чемпионата Новосибирской области по мини-футболу завершился безоговорочной победой сборной Бердска. Кроме кубка и медали, бердские футболисты взяли и личные награды. Лучшим вратарем турнира признан Дмитрий Акст, Рауф Бахманлы стал лучшим игроком чемпионата, а лучшим молодым игроком назван бердчанин Михаил Макринский.